Всем привет! Это иглистые тритоны. Многие ошибочно называют их испанскими. Нет, испанский – это несколько другой вид земноводных с другими повадками, другими условиями содержания. Значит, эти иглистые тритончики – звери очень простые, но есть ограничения по температуре содержания. Они великолепно переносят прохладную воду. У меня тут было снижение в аквариуме, где они обитают, градусов до 5, до 7, вообще без проблем. Но вот повышение температуры для них чревато. Желательно до 20, максимум до 23 градусов. Тогда они будут жить долго и счастливо. Место для выхода на сушу им не требуется. Ну, по вашему желанию можете сделать, только тогда убедитесь, что они не убегут, потому что могут. Обжорки едят и живой корм, кусочки мяса я им давала, живой мотыль, заморозку любят. Прекрасно едят таблетки, гранулы, которые падают на дно. Приучаются к кормлению в определенное время, уже даже ждут, когда же вот сейчас. Морды умильные. Из плюсов то, что аквариумные растения не трогают, и, возможно, содержание с рыбками. Рыбок они тоже не обижают. Только надо подобрать рыбок, которые выдержат невысокие температуры. Но наблюдать за таким зверем, конечно, одно удовольствие. Могут друг другу обкусывать пальчики, обгрызать хвосты, но у этих земноводных это все со временем регенерируется. Вот такие вот жители выпрашивают покушать.